Доброе утро, друзья. Едет Витя с мясом, и за ним идет прайд вожака. И с ними новый член прайда прижился. Люди волнуются. Идут. Сейчас посмотрим. Так, уже одетый уже взял мясо. Уже кусок мяса в пасти выпросил. Увидите. Белый самый умный. Ровно под Витей. Под зеленой траве. И вот как они раньше ходили, все идут под сеткой. Ну и, конечно, за ними люди. Так. Сейчас бежит. Сегодня пасмурная погода. Витя везет одну тележечку, ну сколько нужно. Но начали ловить. Опа! И ты первый. Опа! И подозревака второй. По одному подходят. Бери. А! Вожак. Скажи, моё никому не отдам. Молодец. Трюх кому-то. О! Молодец. Самый лучший кусок взял. Видите, ждёт, когда подойдут остальные. Чтобы никто не остался без кусочка. Из этого прайда. А кто-то уже там, смотрю, ведь, да? Ухватил кусочек. Девочке дал. Она. И вот тут, а поближе к ним. Девочка отдала свой кусок. Вот эти. Наглые же белые мухи. Даже такие куски мяса, что называется, на один зуб. Это такой быстренько-быстренько съел и смотрит на других. А тот уже почти ногу заточил. Белый. Да, хорошо. Завтра я уже вернусь. Что-то остальные не очень бегут. Я уже буду в городе. Не очень. Да, ага. Бежит. Скажи, где мой кусок завтрака? Да. Лови. Тю-дюх, точное попадание. Так, убегай. Вожак такой. Хотел отобрать, но она молодец. И вкусный с куском. Все, с пятого с ней видно. Так, вожак пошел. Не трогай ее. У кого отобрать? Это вожак? Угу. Молодые на Витю смотрят. Придет, да? А сама в кусты, ты понимаешь? Скажи, а еще нам он ходит, вожак. Кусок хочет. Пошел. Все, жди обеда.
Я играться с тобой уже надоело. Да. Угу. Чука, иди скорее еще дают кусок. Ой, молодец. Не, нормально, а там он лежат куски. Внизу бросил. Потом, кто найдет, тому будет. Да, или предлагают покормить. Сейчас. Тем же путем предлагают. Доедает ногу. Так, тихо, спокойно. Сейчас останутся только вот эти маленькие косточки, которые, напомню, друзья, никто из львов кости не ест. Там вот эта косточка маленькая осталась. Едят только мясо. Вожак уже второй кусок съел. Быстрее всех. Сразу видно, кто голодный, кто нет. Этот еле ест. Смакует. А вожаку всегда мало. Он не пошел кусочек. Значит, молодые зубы. Все, уже чук наелся, уже медленно ест. Сейчас дают четко каждому льву кусок или два, в зависимости от того, кто наелся, чтобы мясо не валялось, не кормить вайон. Потому что вы знаете, сколько стоит сейчас мясо. На всех животных идет 1,5 тонны мяса в день. Самая большая статья расходов. Тележечку за тележечкой и будет развозить по всем гайдам. Вожак поил. Скажи, я вожак или как? Ты не хочешь, отдай. Сейчас будут у всех забирать. Что, нечего? Да там тоже ничего нет. Вон там под мостом лежит. Вот этот нашел кусочек. Кошек. Котистый. Смотри, он внизу куда пошел.
даже вообще не остановилась. Уходит. А он с кучерями, видишь? Угу. Чтобы не отбирали, не успел съесть, но не отбирает. Вожак, так сказать, у сводного брата. Все, поели. И пошли. Главное, смотрите, подождал сын, пока пойдет отец. И пошел следом. Красивый такой. Никто у него. Кавазак пошел метить. Гоюслав. Ну. Все. Тебе же так достался самый большой кусок. Вон иди, я тебе покажу. Вот кто самый умный. Кусок. Это косточка невкусная.